скорость, заносы и абсолютный контроль автомобиля. И опасно, и захватывающе одновременно. Выполнять такие сложные маневры можно не на всех автомобилях. В фаворитах у профессионалов, на удивление, «Жигули» и «БМВ». Я занимаюсь в районе 10 где-то лет с переменным успехом, но вот сейчас построил по новой машину и вот обкатываю коня. Вот моя BMW E30, 89 года рождения, мотор VQ30, V6 с турбиной от КамАЗа, примерно 400 лошадиных сил. Владимир в спорте уже 10 лет. По его мнению, ВАЗовская классика идеальна для зимних приключений. Свою машину он вообще пригнал из Якутии. Ну, автоспорт, в принципе, дорогая штука. 5000 колесо, надо 4 минимум колеса, чтобы кататься 4 часа. Частенько собираем на мусорках колеса, после зимы там остаются вот такие вот экземпляры. На них можно проехать кружок, может быть два, если повезет. Дрифт – индивидуальный вид спорта, но выходить на трассу в этот раз можно было не только в одиночку. Зрители могли опробовать услугу дрифт-такси. Любители экстрима выбирали своего фаворита и прыгали к нему на пассажирское сиденье. Первый раз я прокатился на Toyota Chaser. Японец, все хорошо, но BMW – это прям мощность. Эмоции зашкаливают. Ну, нечто. Словами не описать, надо просто попробовать. Для многих дрифтеров этот трек-день стал тренировкой перед грядущими соревнованиями. Через неделю в Челябинске пройдет третий этап чемпионата по дрифту. Там выберут лучших автоспортсменов региона. Иван Абросимов, Анастасия Зеленина и Максим Курочкин. 31 канал.